Всем привет, с вами Фрост и Парниша, и сейчас мы будем проходить новую карту, и перед этим небольшая предыстория. У нас, как написано в описании, отец-археолог нашел какую-то сверхтайную древнюю гробницу, пошел ее раскапывать, видать, не раскопал, или его туда-обратно закопали, поэтому его уже неделю нету, поэтому мы отправляемся на его поиски, разузнаем, умер он или живой еще. Теперь стартуем, и что у нас здесь? Так, это для стартуем, двух, давай. Для одного и рекомендованный. Мы пойдем для двух или рекомендованный? Потому что рекомендованный, скорее всего, для четырех человек. Ну давай для двух тогда. Ну ладно, давай, до свидания, пойдем. Ну ладно, давай для двух. Что ты творишь? Давай. Ну ты сам ушел, я не знаю, просто. Давай, нажимай, надо. Давай. Не хочет. Хочет, ладно, давай рекомендованный. Я нажал рекомендованный. Не хочет, предлагает, они не хочет, давай. Так, сундуки. А? Че, меня телепортирует куда-то? Так, опять? Вот опять. А, все еще. А у нас так все время да, будет, что-то... потому что мы много, блин. Потому что мы все. Нажимали, я свалил отсюда. Так, все, у меня теперь печенье. Я нашел печенье. У меня есть часы. Я нашел еще. У меня есть золотые часы, Rolex. Майнкрафтский Rolex пошли. Че ты там стырил? Че ты все сундуки обчистил? Там было печенье. О, еще печеньки. Печеньки это хорошо. Мне их 10 штук, но у тебя должно быть тоже, значит. Штук. Давай, пошли. Пойдем. Что здесь такое? Это наш дом, это наша гостиная, телек. Смотри, у нас плазма в деревне. Так, слушай, здесь где? Все сельская сутки. Кухня, значит, здесь должен быть сельский туалет. Нет, здесь сельский подвал. Что здесь? О, здесь золото. Золото, золото. Золотая лихорадка. Еще золото. Вообще похоже золото на масло. Так. Немного. Ой, с новыми текстурами. Там масло. Библиотека. Кто закрыл библиотеку, а? Я хочу читать. Где библиотека? Ладно, пойдем. Надо искать ботяню. Надо искать. Да. Надо искать ботяню, пойдем, что здесь ворота. Ну, ворота, когда будет закрывать, надо, между прочим, курица. Курица. О, а ты меня-то, блин, забыл выпустить ворота. А почему я не могу сломать? Да тут просто исполни, так полагаю. Они кто-то закрывают, я подумал. Они просто на правую клавишу как бы закрываются. Ты поставил, да я понял. На всякий случай, вдруг ты не знал, я так да предположил. Я о, барашка. Барашек все понимает, мне нужна твоя очередь. Ладно, живи, барашек. Это нет, барашка хороший, сейчас пошел, никак, здесь нету какую-то мяса пещеру. Барашка. А? Че пещера? Там... Хорошая пещера. Пещера. Так, слушай, стой, вот эта ловушка, я, наверное, видишь, какая-то плита. Не нажимай на нее. Что-то написали. Мне неохота переводить. Ладно. Мы просто прошли, что здесь. Я подумал, что факел. Это будет какая-нибудь ловушка. Факел. Ну, черт, ладно. Факел не выпал. Чертов факел не выпал. Давай. Потому что у нас, по-моему, адвенчер стоит. Здесь у нас что такое? Это у нас. О, это что такое? Барашка. Мы в город пришли или что это? Крепость. Давай какая-то. Его убьем. Кого? Барашку. Барашек! Барашек, понимаешь? Не барашек, нам нужно мясо твое. Сейчас шашлик замутим. Мне уже надо есть. Черт, а почему тебе ничего не выпало? Не выпало вот. А, у нас же печеньки есть. Ешь печенье. А, да, точно, печенье. Вот я эти вот пластины мне вообще не нравятся. Ну, ладно. Что с ним поделать? Давай, ты первый, давай, иди. Но они уж очень мало как-то восстанавливают. Стой. А, это нереально верено. Опять нам. Здесь поставили точку возрождения, чтобы нас не сильно нагнули здесь особо. Что это? Это храм, прикольно. Так, сейчас погоди секунду. Кварцевый храм. Так, все, тут я давай пойдем. Да. Ну что ты меня бьешь? Я поменял просто графику. Ух ты, там как темно. Да, кстати, там было еще сказано. Паутина, в все правилах дела. Нельзя ломать блоки, нельзя ставить блоки, играть на темной, чтобы в настройках стояла очень темная графика. У меня стоит ярко, ну ладно, я поставлю 58%. Ууу, прыгаем! Я как бы боюсь. Бонзай! Но... Бонзай, тихо, ниндзя. Представь, что ты ниндзя и прыгай. Я ты боюсь, ты правда утка, но ты представь, что ты ниндзя и прыгай. А, красавец, затащи. Нет, я живой. Ну, это и понятно. Такие сразу не играют, осталось. Даже такое. Опять заспал. Фига, у меня текстурки, как будто я сейчас тут нет стекла, лава. Нет, есть стекло. А! Что такое? Зомби! Где башка я? Зомби. Ой. Много зомби. Это не зомби, это их голову. Что ты меня пугаешь? Так, я возьму зелененькую. А что в сундуке? Ой, сколько тут всего. Не зеленый. Я возьму синюю. Я хотел синюю взять. Не зеленый. У меня есть бесконечный рычаг. Бесконечный рычаг. Че, его можно бесконечно ставить или я не понимаешь? Нет, его нельзя бесконечно ставить. Где нам? Верните мне мой рычаг. Бесконечно. Он мне еще пригодится. Я, ну, написано был бесконечный рычаг. Ну я-то подумал, вот сейчас. Я тебе что сейчас обставлюсь рычагами. Да? Так.
Зомби! Фига ты. Ай! Все, буду крысить. Буду крысить. Как вы со мной, так и я с вами. Вот он, глаз. Смотри, я зомби в глаз попал. Что ты же зомби уже убиваешь, ну? Ну ой, нифига их тут! Я вышел, блин, спасай меня. Ну подходи ко мне. От скелетов. Сначала от скелетов, а ну мы. Ах ты, по да мне ты скелет, можешь... ты меня, ты можешь спасти. Зачем? Все. Живой щит спасаешь. Хорошо сработал, так что. Чип и Дейл, блин, давай, пойдем. Так, вот сюда. А теперь куда? Вниз. А, черт, не мог рассчитать, чтобы я не разбился. Что здесь такое? Так, вниз? Нет, не вниз. Так, вот сюда вниз. Мы попали в какую-то гробницу, так понимаю уже, или что? Ух ты, здесь какая-то тайная комната, что здесь скелет. Мне нечего чинить, так что давай, до свидания. Ты весь опять в стрелах, так пойдем дальше. Так, здесь что? Крипи? Нет, мне не страшно. Мне не страшно. Я не испугался, он что-то опять спрашивает, мне так, не охота. Да, что так. О, так, я вижу какой-то сундук. Я не могу пролезть! Я вижу сундук, все, я пошел его грабить. Какой сундук ты там видишь? Иди там сюда. Золотом. Вот стейки. Ты меня ты кто-то выпустил. Бьет. Тебя бьют зомби, которых ты выпустил при помощи сундука, ну отойди. Ну ладно. Ну а ты убил бы их бы сначала хотя бы не будет. Черт! Хороший зомби. А нет, отходите, отходите. По-моему, я выпустил еще зомби, потому что этот сундук при каждом открытии я сейчас умру. Молодец. Я сейчас умру, Загради меня, загради. У меня два сердца загради, осталось. Загради, у меня пол сердца. Все, меня убили. Я надеюсь, я буду с вещами возражусь. Да, я с... Да, я возродилась также с вещами, это очень хорошо. Чёртовы мобы, я даже не заметил, как они меня слили. Ну все, а, блин, у меня стрел-то как мало осталось. Сколько? 7 штучек. Так, а я тебя потерял. Ты, кстати, куда пришел? Эту дверь? Ну, я назад пошел. На! Да, ух ты! На! Все, в рукопашку. На! Ты что это такое? Кто еще? Кто еще? Где? Да! Да кто? Кто стреляет? Невидимый скелет! Ты его драть, а? Что такое? Ты где там ходишь? Я выбираюсь пока что. Откуда? Так назад сказал, что пошел. Я думал, что ты вверх. А пошел в другой назад. А у тебя их там сколько задов-то, а? Ну понимаешь, фига их тут было трое, почему их не видел. А вон я вижу тайник уже. Погоди, не убегай. Да, у меня броня слабая, уже такое. Мух, гады. Зомби, тебе-то что от меня надо? Мастер телепортации не может телепортироваться, я поражаюсь. Ты там забрал рычаг, там тут что-нибудь должно быть. Типа, нет, я не хочу открывать, мы все. Где, в этом сундуке там только была еда. А, чем-нибудь открылось, там, я не знаю. Да ничего не было. А, вот тут открылся проход. Плохой проход, здесь одна лава. Другой проход? Так, я к себе спортировался, а то мне тебя искать еще 2 часа. А, вот здесь вроде этого не было. О, погляди, было. А это зомби, я подумал. Было, не было, не помню. Я... Тут что-то должно было открыть. Так, ну... Что-то должно было открыть. Таких вот зомби это, мы не видели. А, вот это должно было открыться. Давай, пошли сюда. А, нет, 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 нет. Здесь опять какая-то пластина. Слушай, я не буду ее нажимать пока что, хотя... А ты вниз, что ли, упал, да? Так, я вижу деревянные постройки, блин, я упал. Тебе... Опять скелет заспавнили. Опа, опа. А, черт, а, уйдите от меня. Там парниши, дыхите, вы его бейте, чего ко мне привязались. Я потерял. Я и скелет не обидел. Вы че? Вы че, ребят? Я ну, мир. Дай их только. О, я нашел. Их парочку скелетов. А так ничего. А, да, не о, сделал, 8 да? Стрел зашли. Теперь у меня 12. Печки, кто мне здесь еду оставил, а? Где пироги? Ах, гада. Жиби, опять тебя стрела так, в башке. Сундук, а где? Ты был вот этом, да? В сундуке. Там что в сундуке? Там стрелы были. А. Так, другой сундук, я быстрее. Так, здесь сырое мясо, 16 стрел. Тебе надо стрел? Ну, мне их есть пока 17 штук. 17 штук? Ну, нет. А, зажиточные, ну, себе пока оставь. Я ими особо не пользуюсь, я блин, я чуть в лаву не упал. Стой! Где паутина? Я чуть в лаву не упал. Ее можно как бы обойти здесь, что... Я даже сначала просто ее не заметил. Что пластина? На пластины что-то нажали, я просто не знаю что. Так, здесь... здесь броня хорошая есть.
туда залез. А вот по лестнице. Даже не видел. Теперь у меня будет желтенькая. Да, какого фига я в лаву упал? Вот для таких шлаков, как ты, делали эту ловушку. Вон в том сундуке твоя любимая бронька, розовенькая. Как ты любишь. Так, стой, не убегай. И все же, куда нам идти? Здесь что-то должно было открыться. Да что ж ты меня оставил? Это у меня розовый, зачем? Ну а что, я свежим должен был взять розовый, ты че? Ты о чем? Ну я буду в комплекте. Ну что здесь открылось? Так, а ты куда пошел? Налево, направо? Я пытаюсь найти, что-то открылось. Я слышал, как открылись, что здесь. Чекпоинт. По-моему, нам придется ломать дверь, потому что я не знаю, что здесь открылось. Ломай дверь. И ты где? А, я за тебя бегу. Ну, хорошие вот штаны. Куда? Кстати, там шлем был хороший, не то, что у тебя. Я не могу ломать. Там кожаный, там... А, у него защита больше. Куда я думал, они одинаковые. Блин, я не хочу ходить в розовом. А кто тебя спрашивает-то, а? Я не знаю, куда нам здесь лезть. Что такое? Куда идти-то? Вон, смотри, там какой-то сундук. Надо туда залезть каким-то образом. Так. А, вижу, да. Вот так вот. Так, отлично. Я наш залез сюда. Здесь что? Здесь рычаг. Опять бесконечный рычаг. Я теперь не верю. Тебе могу дать другую кожаную куртку. Давай. Правда, она не крашеная. А, это ну... нет, тебе такой комплект больше идет. Да, больше иди ничего ты. Нет, нет, больше ничего нет. Так, ну, так, все там. Все, пошли. Правда, здесь спаунеры этих стоят. А, мы их уже убили, да? Так, слушай, ничего не изменилось, знаешь? Вот это. Норм? А. Это ну... сойдет, да? Это норм. Блин, у меня меч почти сломался, это что ладно. Мне делать? А куда? А, вверх. Что ну, это? Чекпоинт. Чекпоинт это всегда хорошо. Так, здесь лава. Я что-то не доверяю лаве, ты что нажал? Что там было? Пошли сюда. Либо ты иди вон направо, я пойду сюда. Я хотел сюда уже. Ну, пошли сюда. Ты можешь, ты откроешь дверь, уйди ты можешь, из меня. Вот, спасибо. Так, слушай, там... Там пометно, чем внизу, да? А, там... это лестница. Я думаю, она... Я думаю, она будет падать. Ну, что здесь? Здесь вот. Куда-то плыть, так и понимаю, освежимся. Далеко надо. Иди что-то внизу, слышишь? Погляди, я вижу, туда там плыть что-то... надо. Так, тихо. Я думаю, надеюсь, там будет где подышать, а то это будет вообще не айс. А то у меня уже не дышать. Мне пора пожрать. Ну, а мне пора подышать, пожрать, знаешь? Не подышать, подышать вот здесь, да вот уйди есть. Уйди ты от меня. Ой, я все, я уже... Дыши! Все, дыши, дышу, дыши, тащи, дышу. А я поплыву дальше. Чё ты как-то быстро задыхаешься, ванильный. Ванильный костюм надел, задыхаешься тут по-быстрому. А куда дальше ты? Куда здесь... Где подышать? Подышать, дышать! Кислорода! Кислорода мне! Там вверху, да, ведь есть вверху, о, да, здесь да. Давай всплывай, всплывай. Давай, до свидания! Гани. Что ты там наделал? Вот отлично, что ты наделал. Я пойду, пожалуй, отсюда. Я забрал все вещи сундука. Ну ладно, я тебе, конечно, могу, но. Они сами друг друга что ли сбивают? Вот дебилы, сейчас я всех лутов соберу. Я уже убежал оттуда. Да, умри! Дыши, 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 черт. Так, что я там спер? Почему у тебя уже... Я спер рычаг железный, я тебя тоже достал. Держи. Что ты мне достал? Железные штаны. У тебя стрела застала, так, я не понял, почему я их не беру, слушай. Погляди. Походи по ним. Ты, я по ним даже, вот, все взял. Нет, не взял. У меня глючишь. Ты заглючил, ладно, пошли, тебе позже отдам. Да ты заглючил. Как ты что заглючил? Я же вот прям. Ты заглючил. Так, быстрее обратно, обратно дышать. Ребят, я не заглючил. Кислороду. Че запущен? Все, я подышал, все отлично. Ты где там лазишь? Это потеря. А вот и все. А, у меня уже ты жулик. Вот у меня. Эндер. Давай сейчас, сейчас не скинь. Эндер парни. Так, куда меня... же я всплыву? Меч почти сломал. Я тоже, меня. Еще один пару ударов и все уже. У меня зато 60 стрел, нифига себе у меня. Так, давай, вон мы туда. Мы достали рычаг, нам теперь обратно, там была дверь без рычага, сейчас я тебе скину. Давай, мне да. Это, броню, да. Да.
Так, всё, дальше. Вот дальше. Так, опять поставили чекпоинт. Полезли дальше. What the fuck? Там, наверное, была какая-то кнопка возвратная, потому что нам здесь как бы нельзя, потому что если потрачу рычаг, оно отойди. Отойди, я убиваю дверь. Ну, может, не надо. Надо, потому что там мы пропустили какую-то кнопку возвратную, мы пошли, видать, не туда. Думаешь, а там лава, вот, да, в той двери? Два рычага, что ли, надо? Да, они издеваются. Чё-то я не уверен, не знаю. Ну ладно, иди пошли сюда, сюда. Ну давай вот это вот скопаем, может, вот это вот, давай рычаг вот скопаем, вот этот вот. Он не сюда, выпадает, ведь... понимаешь? А, здесь адвенчер, я забыл. Ну, конечно, могу поставить себе креатив, скорее всего, у меня уже не адвенчер, у меня выпадет. Так, здесь вагонетка, рычаг, чекпоинт. А я сейчас портуюсь, а выпадает. То у меня почему-то заглючил немного дверь, я не смог ее открыть. Хочешь покататься? Ну. Ух ты! Нет, я не хочу выгорать. Мне надо прописать телепорт к тебе, а то я так вообще задолбаюсь. Надо. Да не туда, подожди. Я просто как прописал телепорт к тебе, надо сюда прыгать. Ты вообще не туда пошел. Как я не туда пошел? Там просто была дверь. Просто ты пошел не туда. Мы оттуда пришли, понимаешь, да? Ой, тут надо прыгать. Да ладно. Это не ко мне. Можешь, конечно, поплавать, я не знаю. Ой, чекпоинт. Чекпоинт — это всегда хорошо. Я не хочу ломать броню. Ну уж плавать же любишь. Да хватит ко мне телепортироваться. Все, все в порядке. Все не в порядке, я не вижу, куда прыгать. Так, полразика почитерили, полразика не считается, как все знают. Так, я допрыгну? Вы только мы это, наверное, знаем, да? Да нет. Полразика не считается, это всем только... известно. А, я не допрыгнул! Ой, давай ко мне, портуйся. Я горю! И только у меня не подожги, гляди с собой. Я горю! Нет, я опять горю! Горю, горю! Черт! Ну ок, ТП. Толкнуться, давай. Да. А, я не туда прыгнул! Из-за твоей тупой башки, твоей пустой башки. Хватит прыгать! Я так не вижу вообще ничего. Ну хватит уже говорить. Прыжок веры, слушай, вот там. Вообще невозможно. Невозможно прыгать, когда горишь. Телепортируйся. Только подожди, стой, стой, давай. Вот тут прыгать, все, давай. Да! Вот твоя тупая башка вечно мешает мне телепортироваться. Потух, так и чё, а ты прыгать что ли не будешь? Давай, пока... стартуем. Я не туда прыгнул. Все, опять ты будешь прыгать. Прыгай. Давай тебя подтолкну, да что ты творишь? Не туда. Чё ты меня туда подтолкнул, чайник? Ну, потому что сам меня столкнул. Куда я тебя столкнул, я тебе помог прыгнуть? Я тебя этому не просил. Да ладно. Серьёзно, да что говорю. Такое? Я вот умер. А я успел телепортироваться. Давай быстрее, блин, ненавижу это такой паркур по лестницам. Ну пошел он за ним. Сейчас, последний раз прыгну. Стой, дай, дай, стой, стой, лестницы. Дай, я протонусь к тебе. Давай быстрее, сейчас тебя столкну нафиг. Ну что с ними не так? Столкнул бы ты меня сейчас. Ладно, чтобы было, надо было прыгать тогда. На них. Стой, стой, стой. Да надо чекпоинт сделать. Так на лестнице, на... А. Слушай, не знаю. На... Не, на лестнице, на лестнице. Может, направо? А, нет. Все нормально, я просто не туда прыгал. Рычаг. Чё? Я не хочу умирать. Чё сундук? Так, в сундуке золото, я возьму золото. Ну, а я забрал рычаг. Так, что здесь? Что здесь? Здесь скелеты. У меня шесть литков золота. Другие я скелеты, криперы? Я их не хочу. А они тебя хотят. И беспощадные. Давай. И ты, и здесь твой скин. Давай, стартуем. О, мы здесь, мы вернулись. Куда упал? А, ты вниз, так, мы, кто мы меня бьет? Мы вернулись, да. Давай, следующий рычаг. Почему ты не в текстах у меня бегаешь? Я бегаю в текстах, могу, умею, практикую. Опа. Так, слушай, погляди, что там? Стол эй, вчера... Ара, брат, носатый, иди сюда. Ну ладно, иди к нам. Нет, стой, не бейте его. Не бейте его, я... Ну, вы идите сюда. Давай сюда. Его луком, луком их, надо его спасти. А, они его, они превратили его. Они его зазомбили. Они его зазомбили, ой. Превратили, так, стой, я где, у меня что-то... Время исповедаться? Текстурами. Что такое? Сатана!
Ой, там носатый, там носатый. Я знаю. Только здесь пластины. Ой, гляди, что это такое? Пашки? Погляди. Ой, погляди. Ну, в церкви. Он весь в белом. Да ладно, я знаю, он что он торгует. Весь в белом. Вторая, чем барыжит? Всякой фигней дают он. Я всегда не любил очарованную книгу он может нам дать. Очарованную книгу за почем барыж? Почем барыж? Ему надо дать обычную книгу и 12 изумрудов. Ну, совсем зажрался, да? Опять твой пес. Пошли быстрее. Так, а что это за... Что за плитки? Ну, он там вандос. Как мы очутились в церкви? Зомби всего лишь сожрали носатенькую и... Так, слушай, там ведь второй этаж лететь, видишь, как я ходил туда, там нет ничего. Там выход в крест, так, что здесь? Не надо тебя искать, в общем, давай, вот мы тут. Что здесь? Особняк, гляди, какой-то. Дожди, я хочу посмотреть, что там. Дожди-то вот есть во всяким особнякам, там сидит какой-нибудь волосатый сутенер и тебя прикапывает. Дождь не надо, давай, выключи, пожалуйста, дождь. Дожди, это часть геймплея, дождь, понимаешь, да? Мне здесь не какая-то нравится. Дорога в никуда идет. Я не понимаю, куда. Но я сейчас добегу до конца нее и спортуюсь к тебе. Там стой, далеко не уходи. А, ну я просто с тобой побежал. Ну ладно, так обратно. Лучше вернись обратно. Я не знаю, что это за дорога, куда она ведет, но она ой, не стоит. Здесь сундук. Горит? Здесь сундук, здесь сундук. Нифига себе, удочка с морковью. Седло. О, зомби! Я сломал свой последний меч. Ой, там. Тендер, а не сказал. Чёртовы, здесь зомби. Такая. Давай. Здесь идём. Зомби, да подожди ты. Здесь куда-то далеко дорога идет, а я не понимаю, куда она идет. Так, у меня есть удочка, седло и спаун свиньи. Ты знаешь, как это все связано? Нет. А я знаю. Погнали. Свин. Так, ну мне свин. К тебе тогда, да? А? Я верну. Плохой свин, куда мне ты едешь? Мне к тебе пойти. Не-не-не, не надо. Ладно, плохой свин, иди нафиг отсюда. Я сейчас тебе телепортирую. Здесь слишком длинная дорога, и она идет непонятно куда. Здесь куда-то что-то здесь. Зомби! Ой, походу я сейчас умру здесь. Меня здесь замуровали, гады! Ну, тихо-тихо-тихо. Я унесу все у вас, что здесь есть. А, черт, не успел утащить у них. Ну ладно, я сейчас к тебе телепортируюсь. А, особняк, ты уверен, что нам сюда надо идти? Ну, там, ну давай сходим, по-моему, скорее всего, нам придется идти туда дальше. Пошли на вилл. Или что там было написано? Так, слушай, нас, по-моему, заперли. Нас заперли? Нет, не заперли. Мне показалось. Ты куда ушел? Я тебя потерял. Я пошел налево. Опять здесь какая-то длинная дорога, на которой не смогу вернуться. Свиньи, баращик! А, курица появилась, слушай, давай курицу пожарим. Всегда... Барашка, да, черт, я ж сюда и бежал. Свинья. Смотри, здесь набор путешественника. Давай. Свинья, седло и... Там зомби. Ну, это ладно, где зомби? О, яблоки. Тела, пошли сюда. Так, а ты куда? А, вот, ты куда зашел? Ух ты, блин, а! А почему он в решетке? Может его спасем хотя бы, спавнер. Нет? Кого? Зомби? Это упал, что зомби спасать. Ну, он такой маленький там. А помощь у нас просит, наверное. Так, меня кто-то бьет. Сзади зомби, сзади. Во. Зомби сзади. О, бежим. Где-то был динамит. Динамит! Я вообще-то зомби, блин, убивал. Это какого фига? Я успел, пропаркурил. Смотри, ах ты гад. А ты что думал? Я так просто. Даже не дал поиздеваться. Так, ну тут, давай ты сам будет, да? Я-то сам, я могу. Умею противную, как ты говоришь. Стой. Да, я тут к тебе спортую. Все, давай. Вот так можешь. Вот завязывай делать. Я так упаду когда-нибудь. Вот. Я, точнее, постоянно так падаю из-за тебя. Защита 4, фига. Что там нашел? Видишь, какая у меня башка. Да. А я сберу ты... этих у зомби. А почему? Правда, немного через мой скин это смотрится зомби. Не совсем. Нет, а? Не зомби. Да и мне какую-нибудь броню ту новую, у тебя какая-нибудь. Я могу дать тебе голову, которая у тебя и так есть. Тебе пойдет. Давай.
голову утки. Твоя любимая. Так, стой, дай. Ну, ладно. Дай, все, стой. Чекпоинт. Да ты. Ты, блин. Вормите, стой, я живой. Хватит, не топи мне лед, хватит гореть на моем льду. Ешь, все тихо. Сейчас морковка. Я надеюсь, я выжил. Так, 4 сердца. Вот прыгать, чё? Твоя очередь. Я горю, у меня 2 сердца. Все, я потух. Это не повод, чтобы не хватит гореть на льду, мало ли он растопится, что с ним будет. Нет, ты чё, упал что ли? Майнкрафт не настолько реалистичен. Ну, кто его знает. Так, давай, да, прыгивай, потом я пойду к тебе. Да, я сюда, я прыгал не туда, нормально. Так, так все, стой. Так, все, стоишь, да? Стоишь, да, какого черта ты заколебал? Чтоб не повадно был, понимаешь, да? Ну, вот сейчас я точно уже умру. Все, отлично, я допрыгнул, все, я молодец. Да какой ты молодец. Меня ты, блин, убил, молодец. Тебя 2 раза утопил, это втройне молодец. Не 2 раза, 1. А, ты 2 раза в лаву прыгнул. Ну. Да, 2. Ну и куда-то высоко. Опа, здесь опять сундуки. О, жареная картошка, алмаз. Золотое яблоко, это хорошо. Где, все перем. Блин, куда ты все же? Ну что творишь? Нет, почему я тебя не вижу? Что это? Блин, мы вернулись назад. Помнишь эту крепость, где мы прошли мимо? Нет. А как нам назад телепортироваться-то? Нам что, обратно паркурить? Да он упал, что ли? Не, это уже не смешно. Так, в подвале, да, ведь ты сейчас спускался? Ух ты ж, блин. А, ну да, слушай. А я не знаю, что дальше. Я вообще тебя потерял. Я обратно? Да хватит, я был сзади тебя, да. Не. Ну ладно, я потом разберемся, что здесь делать. На этом мы закончим первую серию. С вами был Фрост, парниша, подписывайтесь, оценивайте, комментируйте. Всем удачи, всем пока.